поиску накануне были привлечены кинологические расчеты МЧС, Кубань-Спаса, икона кинологического центра. Во время проведения работ выше по склону дежурили наблюдатели, так как на месте схода оползня продолжается периодическое падение камней. Поиск результатов не дал, пропавший не обнаружен. Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий, обильных осадков и низкой облачности поисковые работы было решено отложить.